Волшебная студия, волшебные люди появились у нас уже в студии. Спасибо вам большое. Представляем вашему вниманию, друзья. Илья Ильин, член жюри и хедлайнер фестиваля «Волшебный Екатеринбург». Максим Гладштейн, победитель конкурсной программы фестиваля «Волшебный город 2017. И Надежда Ципис, руководитель проекта «Волшебный Екатеринбург». А, уважаемые телезрители, сейчас держите при себе бумажники. Внимательно смотрите на свои часы, потому что мало ли что здесь сейчас произойдет. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Насорили? Кто прибирает за фокусниками? Ну-ка, рассказывайте, есть ли у вас специально обученный человек в команде? Конечно, это, видимо, есть. Ты, Юля. Сегодня буду я. Ну, давайте тогда вернемся к фестивалю. Он совсем недавно прошел в Екатеринбурге. Расскажите, сколько всего было участников? Всего участников было 9 номинантов, а к финалу уже вышли только четверо. Четверо лучших были представлены позавчера. Из них выбрали троих. Ну и самым первым был у нас Максим. Вы так рассказываете, как будто что-то случилось с предыдущими конкурсантами и, видимо, неудачно кого-то распилили. Нет, все живы, все в порядке. Случаев никаких не было, тем более кровавых. Максим, ну мы привыкли уже к различного рода фестивалям, я не знаю, конкурсам каким-то и певческим, и танцевальным. Ну а что происходит на конкурсе фокусников? Фокусники? Происходят фокусники? Спасибо, фокусники, Максим. Которые показывают свои номера, представляют свою работу, которую они подготовили для этого конкурса. Ну и жюри, уже профессиональное жюри, выбирает среди них лучше. Так, ну и все-таки соперники у вас были серьезные. Были ли такие номера у соперников, которые вы сами не смогли разгадать? Были номера, честно скажу, были. Был Владимир Бессонов. Очень хорошо выступил, и пару моментов я у него в номере его совершенно не понимал. Если такое. Если вы к нему подойдете, скажите, говори. Говори, как ты это сделал, откуда появилась обезьяна и все прочее. Не выдают секрет? Нет, не выдают. Ну, тогда давайте узнаем у Ильи, у члена жюри. Расскажите, вас чем смогли удивить участники? И вообще, удивляетесь ли вы уже еще? Это большая редкость, когда фокусник удивляется, но мне повезло, что я очень сильно впечатляюсь и удивляюсь, потому что в чем секрет? Секрет в том, что я смотрю как зритель, а не как профессионал, не как артист. Смотрю так, как смотрят все остальные люди. А сами себя можете удивить? Вот перед зеркалом, да? Да, конечно. Класс получил. Например, когда я разучиваю трюк, и если я делаю как-то нестандартно, как-то меняю ход, и я сам удивляюсь, как я до этого дошел. Ну да, вот мы знаем, что в антракте во время выступлений, ну, праздника всего этого фестиваля, зрители пытались, называется, поймать волшебника за руку, видимо, да? Да. Во-первых, да. Получилось ли? Удалось ли? Нет, не удалось. Да. Получилось у фокусников удивить, потому что в антракте был представлен такой сложный жанр, как микромагия. Это фокусы на расстоянии вытянутой руки. В чем сложность? В том, что зритель в любой момент, как вы правильно сказали, может прям поймать фокусника, но к радости все прошло замечательно. А сколько вообще всего жанров существует? В фокусах? В основном делятся на три крупных. Есть подразряды. Крупные идут, получается, сценическая магия, а микромагия, вот два, наверное, крупных. А еще есть иллюзионы. Это, получается, фокусы с большими аппаратами. Это как да, исчезновение, да-да-да, вот там Эйфелевой башни и тому подобное. Вот вы никогда телефоны. Что-нибудь подобное делали? Башню недостроенную нашу около цирка можно как-то это убрать, чтобы она не маячила? Что не убрать? Я думаю, все можно. Сейчас в 21 веке можно все сделать. Выиграть еще нет. Это сам фестиваль, Максим, победителем которого стала, я так понимаю, только часть проекта «Волшебный Екатеринбург». Расскажите об этом проекте чуть подробнее. Сам проект планируется, ну, скажем, в масштабах города. Здесь планируются и волшебные экскурсии. То есть у нас есть экскурсии по городу, а мы хотим показать его волшебную часть. Так, а расскажите, какие у нас волшебные места, чтобы... Чтобы мы понимали, да, о чем речь. Где лучше не ходить? Где лучше не ходить? Так скажем, где лучше ходить. То есть это все исторические места города с какими-нибудь усадьбами. То есть та же самая усадьба Расторгуевых, она имеет определенную свою такую магическую историю. Тем более сад. Есть еще несколько мест по нашему городу, куда мы приводим, к примеру, с детьми мы будем гулять днем, дневные экскурсии, а с их родителями взрослым ночью? Мы предложим вечернее ночное время, то есть не побегать. Не для слабонервных? То есть там будет страшно? Нет, скажем, магически. Я так думаю, на каждом месте будут поджидать специально обученные люди, которые будут создавать атмосферу волшебства.
Но вот помимо волшебных экскурсий, я знаю, что у вас еще в проекте запланированы волшебная комната и волшебный транспорт. Расскажите об этом. Что это такое? Волшебная комната — это некое такое интерактивное пространство, куда можно прийти, и вы всегда там можете увидеть кого-то из волшебников. Хоть днем, хоть ночью. А подождите, эта комната уже работает, где-то действует? Нет, она только сейчас. Да, планируется, В проекте, да. И ищет, собственно, свой домик. У нас, видите, у нас требования к домику. Домик должен быть старенький. С историей, с какой-нибудь такой. Дайте нам, пожалуйста, старенький домик. Да, дайте нам, пожалуйста, старенький домик. Так, и волшебный транспорт — это все-таки что? Волшебный транспорт — это, ну, планируется лимузин. Будем вести переговоры с трамвайным депо. То есть то же самое волшебное некое пространство, куда вы заглядываете, и нечаянно к вам заходит на какой-то остановке волшебник. И то есть Екатеринбург из уральской столицы скоро превратится в столицу волшебства. Нью-Васюки, Бендер, товарищ. А я знаю, что вы нам готовы еще кое-что продемонстрировать. Да, конечно. Так как мы сейчас, у нас, как я сказал, 21 век, поэтому как мы можем обойти стороной гаджеты, да? Можно... Телефон. Ваш телефон, да? Юль, так, попрощайся. Он уже битый, понимаешь, стукнутый, уже ведь что с ним только не было. Возьмете? Такой, я боюсь, что давайте еще. Давайте свой тогда, что? Есть целый? Такой? У меня есть, красивый. О, а это iPhone, но я люблю с iPhone. Давайте. Всего лишь пятерочка. А сейчас, пока я... Так, бабушка. Так, стоп. Мне можно его разбудить? А, пароль есть? Есть? Да. Я попробую угадать, можно? Попробую угадать пароль. Поехали. А пока Максим вам продемонстрирует кое-что с картами. Там слишком много... А, уже 4 цифры пароля. Подбирать пароль. 4. Это шутка там. 4, так понятно. Так. Ну, давайте отгадать ваш пароль. Пожалуйста, перемешайте колоду карт. Очень тщательно. Юль, там... Так что там не осталось никакого порядка. Я понимаю, что они отвлекают внимание. Перемешать, да? Да, перемешать очень тщательно. Он был правда заблокирован, телефон. То есть у нас тут одновременно происходит два фокуса. Тщательно, точно? Да, да, да. Хорошо. А, к сожалению, не вышло. Я попрошу вас открыть. Держи. Что нужно сделать? Карты вытянуть? Нет, нет, нет. А, так? Да, ждем, хорошо. Терпим. А, сейчас я пусть пока полежит. А, мне понадобится ваша купюра. Есть? Мне, да, вас вот попросили мы приготовить. Подготовили хорошо. Для вас. И смотрите. Чтобы сделать эту купюру уникальной, чтобы она одна такая была в мире, я попрошу вас ее подписать. Как хочу? Да, да, да. Любым словом? Ну, да. Давай. Что хотите. Дима. Все. И можете вот убрать под папочку. Так, она саму лежит, купюру, да? Держите, да, да, да. А, для начала давайте... Вот, подписала, да, я купюру, можно написала на ней Юля. Можно положить ее. Так, свернем. Под папочку. Прямо да? Сюда. Вот, все. Ничего больше нет? Все. Кроме купюры. Хорошо. Возьмем телефон и зайдем... Так, калькулятор нам не надо, да, разблокировать, чтобы взять? Да, просто вверх калькулятор. Назовите любую цифру. 10. Это не цифра, это число. А, смотрите, цифра 8. Смотрите, 8. Все 8, честно, да, я набираю. Да, калькулятор, да. Это не специальное предложение, обычный калькулятор. Обычный, да. Хорошо. Теперь попрошу вас двухзначное назвать число. Двухзначное. 22. Внимательно, я 8 умножаю на 22. А трехзначное? 143. Смотрите, 143. Нажимаем равно или, может быть, еще? Давайте какую-нибудь циферку любую. Еще, ну. Давай минус 5. Нет. 2. 2, хорошо. Смотрите. Умножить на 2. Давайте вы сами нажмете равно, хорошо? Давайте. Смотрим, что. 5 060 078 рублей. Хорошо. Стоил нам этот конкурс. Не случайно вы сказали рублей, знаете почему? Почему? А достаньте купюру, которая у вас лежала. Юля, там 5 миллионов. Вы ее сами подписали? Да. А вы знаете, что у каждой купюры есть серийный номер? Посмотрите серийный номер купюры вашей, которую я взял у вас. 5, 60, а я разгадал. 78, а я разгадал. Вот они, циферки. Так, мы вернемся к картам. Хорошо, давайте вернемся к картам. Вы сами помешали колоду? Сами перемешали колоду, точно? Самое интересное. Мешал, но когда... Скажите стоп. Стоп. Здесь? Да. Я возьму сверху немножечко карт. Немножечко. 2, 3, 4. Ну, 7 хватит? Я думаю, да. 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ага. Правильно? Да. Колода нам не понадобится. Включи снова номер. Давай посмотрим, где вы меня остановили. Какое там число получается? Опять заблокирован твой телефон. 5 миллионов. 60 тысяч 78 рублей. 5, 0, 6, 0, 0. Карты мешали вы сами. Вот это да. Вот это. А я и это разгадал.
Ну, ты если разгадал, расскажи тогда, в чем секрет. Не, а можно? Да, конечно. Да? Мы уже так затянули, конечно. А я, когда вы умножали на вторую цифру, вы нам не показали, что вы нажали. Это я четко видел, что вы нажали другие цифры. А когда я вам отдавал колоду, вот это вот было. Вот прям вот так вот что-то вот произошло у меня в руках. Да-да-да, Юль. Ну что с утра? Вся Свердловская область на тебя смотрит и думает, кто же из нас обманщик? Друзья, спасибо вам большое. Надеемся, что мы вас в этой студии встречаем не в последний раз. И ждем вас с большим удивлением, конечно же, еще и еще в этой студии. Спасибо вам огромное, что были в это утро вместе с нами. А сейчас в нашем эфире тоже волшебники, только чуть-чуть поменьше. Это фиксики. После них звоните к нам в студию.